Приветствую вас. Ответ свой я вам буду давать с точки зрения психологии, потому что вы написали в соответствующий раздел психологии. Вот. И как вам сказали коллеги, то, что если вы хотите, чтобы ваш вопрос был в разделе эзотерика, да, чтобы вы все-таки получили предсказание, то тут имеет смысл обратиться в соответствующий раздел, да, то есть либо попросить модераторов перенести ваш вопрос, либо удалить этот и задать в другом месте, в другом разделе свой вопрос такой же. Вот. С точки зрения психологии. С точки зрения психологии, что можно сказать по поводу вашего вопроса? Значит, ну смотрите. Молодой человек ушел, значит, на это были причины, значит, вы как-то повлияли на то, что он ушел, то есть вот при всем, так сказать, при всем уважении к вам, к тому, что вы задаете нам вопрос, вот, все-таки вы несете ответственность за то, что произошло, отчасти, вот. Поэтому я полагаю, что очень важно для начала определиться с тем, что вы конкретно делали для того, чтобы молодой человек ушел. Я понимаю, что вы это делали не специально, я понимаю, что это было вами сделано не намеренно, но, тем не менее, это нужно поисследовать. Вот. Это первое, да? То есть первое – это взять личную ответственность за то, что произошло. Потому что даже если мужчина к вам вернется, то есть, ну вот, случится так, да, что он все-таки вернется к вам, то даже если это произойдет, все равно прежние ошибки, которые вы совершали, они, вероятнее всего, вам просто-напросто не позволят эти отношения удержать. Потому что отношения вернуть. Да, мало. Нужно еще и отношения сохранить. А если так вышло, что вы расстались, значит, причины какие-то, ну, достаточно серьезные, и, соответственно, если их не проработать, если их не устранить, то даже если любовь человека к вам сыграет свою какую-то роль, то все равно, как бы, вы можете расстаться, и уже в следующий раз, если вы расстанетесь второй раз после расставания, то есть после примирения, вот, второй раз уже отношения будут вернуть, ну, гораздо сложнее, вот, потому что, ну, будет уже, так сказать, навык, да, будет уже легче молодому человеку уходить от вас. По крайней мере, если это произойдет по той же причине и достаточно быстро по времени. Вот. Дальше. Значит, вы пишете, что ушел от меня, но пишет, что очень любит. Это правда, это нормально, и, соответственно, далеко не все люди уходят только потому, что они перестают любить. Иногда бывает так, что люди уходят, продолжая любить, но при этом понимая, что есть достаточно серьезные препятствия,
на пути, значит, к тому, чтобы быть вместе. Ну вот, это могут быть самые разные аспекты, неудовлетворенность какая-то, не получение достаточно обратной связи, отсутствие развития, отсутствие реализации, там и так далее. То есть наличие любви у вашего молодого человека вполне может быть. Вот, что касается будущего, то опять же, будущее зависит исключительно только от вас, вот. И у вас есть будущее, если вы любите человека, если он любит вас, то будущее есть. Но для этого будущего необходимо, для этого будущего необходимо что-то делать. То есть вот просто так, да, будущее, оно не появится. Для этого нужно, чтобы вы лучше понимали свои действия, может быть, свои поступки, чтобы лучше в этом ориентировались, чтобы вы лучше этим управляли, вот. И вот примерно так можно будет все исправить. Вот. Но обратите внимание, какая штука. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какая штука. Часто, очень часто бывает так, значит, что человек начиная работать над, допустим, ну, над собой, получает какой-то опыт, получает какую-то, ну, позицию, получает какие-то новые для себя новые истории, новые впечатления. Вот. И нужность человека, она варьируется. То есть будьте готовы к тому, что, возможно, в процессе работы потребность в молодом человеке, она не будет такой уже сильной, такой актуальной. Понимаете? Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. С точки зрения, опять же, психологии. Именно с точки зрения психологии. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.